Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, первый день весны, ребята, 37,5 миллиона древесины я забираю. Всех поздравляю с этим праздничком великолепным, ребята. Да-да, 1 марта, 8 марта не забудьте поздравить всех женщин, особенно мам, подруг. Ну и вообще весь женский род. Надеюсь, ты понял, да, о чем я. Так, помощники или в одиночку? Помощники, конечно. Поехали. Вот, и этот наш, как говорится, праздник прошел тихонько, да, так. А, самое удивительное, что праздник вроде женский, да? Отдыхают в основном мужики. Бухают, отдыхают. Это я заметил уже. И не надо меня, как говорится, переоспаривать в этом плане. Так, ну что, забираем свою древесину. Я говорил, друзья мои, раньше вам в черепашках, что, по-моему, сегодня должно открыто быть доступно событие одно. Муштра, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Сутки еще не... Я думал, что прошло. Хренушки там. Ну, у нас есть чем заняться. Мы с тобой набьем тогда сегодня паки на арене. Потому что мы давно уже с тобой здесь паков не получали. А раз уж так получилось, раз уж я обознался, что у нас все это есть, чтобы это не было у нас, как бы говорится, тупым, никчемным заходом, да, по сбору ресурсов, и все. Мы с тобой тогда набьем еще паки. Так, ну что, тебе, наверное, надо покормить. Чего там у меня? Блин, у меня нету рыбы. Кончилась рыбешка-то, прикинь. Давай-ка здесь заберем рыбу. Здесь рыбу заберем. И у нас самый этот. Вот он. Самый такой рыбник, который очень приносит нам много рыбы. Так, а с деревяхами? С деревяхами у нас полный завал, поэтому древесину я пока, ребят, собрать не могу. Чешуйка. Так, отправляем его. Пускай там в своем кратере сидит, дальше рыскает. Так, тоже у нас... Подожди, подожди, кстати, подожди. Ага. Не, нормально тогда. Что-то я подумал, что мы его можем прокачать. Но я ошибся. Так, что нам здесь? Ну, что, наверное, тусклый янтарь, как обычно. Что я могу еще заслужить? Так, это у нас скальскопев или кто? Я уже не помню. По-моему, скальскопев, да, здесь у нас? Блин, дрожжезуб. Почему скальскопев? Все время его путаю. Давай в ангар, парень. Я думаю, что я не могу двинуть, ребята. А зависла игра, прикинь. Зависла вот на этом экране. То есть я вообще ничего не могу сделать. Не, вот здесь вот могу, например. Видите, вышло новое обновление в магазинах приложений, чтобы схватки с прошлой недели. Компенсация за утреннюю. Дешевая какая-то компенсация. Плюс 50 вымпелов. А, еще руна в подарок. 150. В прошлый раз, ребята, за ошибку дали 250. От гаденыши. Не дают, ребята, ничего сделать. То есть почему-то зависло именно в передвижении, в перемещении камеры. Так, у нас тут еще две награды. Тут 30 рун. И оттепель. Оттепель. Давай мы ее в сокровищницу положим. Я не хочу просто ее выставлять из-за одной, ребята, причины, что у нас начинает игра очень сильно лагать. Из-за вот этого всего. Я вообще намерен, честно говоря, все поубирать. Блин, мне придется сейчас в игру перезаходить. Потому что это все я с тобой забираю, а... Как бы тебе это объяснить-то? Двигаться-то не могу я здесь, понимаешь? А если так? О, кстати, вот это вот хорошее, ребята. Вот что он сейчас мне выдал, это, ребята, хорошая эмблема. Смотри, я не могу двигать. Почему-то я вот так могу перемещаться, а именно... Блин, а именно двигать не могу. Ладно, буду перезаходить. Ну-ка. Вот, все, ребят, заработало. Двигается, по крайней мере, здесь у нас. Так, давай-ка я, наверное, тут... Ага.
Только с небольшим как бы откатом получилось, да? Назад. Так, давай, парень, за рыбой. Нам надо будет с тобой сейчас древесину куда-то потратить, потому что драконы стоят с деревом, а дерево я забрать это не могу. Потому что его слишком дофигище. А древесину куда мы обычно тратим? Ну, обычно, ребята, если нам надо отправить их в учебку. Тут кто-нибудь в учебку хочет отправиться? Я что-то сомневаюсь, что кто-то... Да какое ты... Мне пока не надо. Да господи, блин. Да ты закрой ты мне эту фигню. Ты да запарил ты уже, а? Кто-нибудь хочет в учебку пойти? Эй. Ну это мало, это как-то... Да не кричи ты там, не кричи. Нет, мало, ребят. Подожди, у нас задание. У нас было задание, я не помню, ребята. Чтобы этот нам собрал рыбу. Я ведь не путаю ничего. Так, поищите рыбы и хвост в песках. Рыбий хвост. Мне для этого нужен 103 уровень, чтобы искать, блин, рыбий хвост. Иди. Иди отсюда. Так. Невеста кривоклыка. Полетела. А ты что сидишь? Надо тебе в приключения отправлять. Сидит там, прохлаждается. Давай, за 10. Полетел. Так, огнепек. Расширить академию. Блин, я не знаю, ребята, как, куда мне древесину. Короче, я ее не потратил. Потратил, но не столько, сколько надо. Я тебе так скажу. Не столько, сколько надо. Но если есть мысль, ребята, мы же можем с тобой за... Да, вот, например, 450. Пускай он летит. Пускай он летит и ищет нам железо за древесину. У нас, кстати, вот очень мало драконов, которые, друзья мои, именно за древесину ищут железо нам. Понятно, не хватает. А ты что сидишь? Так, сколько у меня сейчас в данный момент? 265 миллионов древесины. Так, вот он, самый большой, который приносит нам очень много древесины. Так, ну здесь получается... А, подожди, у нас вот здесь вот еще. Полетел. Обучить не могу. Что-то прокряхтел. Камнелом. Костолом дикарь. Камнемолот. Камнемолот. Так, повысить уровень драконов на 30. Лохматый вой. Сразу мне говорят, лохматый шмель. Так, здесь вроде бы все, друзья мои. Больше я ничего здесь не могу. Единственное, что сейчас посмотрю наших наших ребят. Вот этих вот. У них тут заберем все, что мы сможем. И опять же их отправим, ребят, на поиски. То есть постройки. Все, полетел. Постройки он пошел искать. Дальше. Кто бы сомневался. Естественно, ребят, естественно, тусклый янтарь. Имитация пожара. Даже так они умеют делать. Имитацию пожара. Так, сумку? Нет.
руны бегства. Так, и последняя это Громгильда. Она нам дает 18 рун. Вода бесплатно. Так, еще два задания мы выполнили. Причем задания такие нормальные, по полтинничку. По полтинничку. 500 вымпелов. Получается, что здесь все. Так, друзья мои. Кто-то мне говорил, что они идут по порядку. Если бы, ребята, они шли по порядку, как вы мне говорите, то вот этого бы я бы не смог открыть раньше, например, вот этого. Понимаешь? Так что по порядку. Вопль смерть, смерти на олухе. Понял? Выполнить обмен вопль смерти. Нужно выполнить обмен вопль смерти. За 83 тысячи. Офигеть. Ресурсов на самом деле нужно дофигище. 1900 стоит вот один вот этот вот, не знаю, шарф или как его назвать. 1900. У меня 900 есть, мне еще 1000 нужно, ты представь. Очень, очень дорого там это все стоит. А если искать начинаешь, то оно еще дороже стоит. Так, ну что, я пошел, короче, друзья, в схватки. Ну да, это из-за последнего обновления. Так, интересно, долго будет? Нет, вроде быстро идет. Не придется нам долго ждать. Сейчас загрузятся эти необходимые данные, и мы с тобой пойдем уже на поединки. Заработаем с тобой 3 пака, и, в принципе, на этом у нас будет сегодня заканчиваться серия. Только лишь из-за того, что, ребят, ну, больше нам нечего будет здесь делать. Ты видел сам. Мустра не готова. Надо еще ждать 13 часов до появления этого события. А помимо этого события мы ничего с тобой сделать не сможем. Ну давай начнем, наверное, так потихоньку. Хотя прихвостень. Как его уже. Подожди, это же не прихвостень. Это же бомж. Что у меня все бомжи, да, да прихвостень. Ты заметил? Все у меня бомжи и прихвостни. Блин, мало-мало, ребята, на отхил возьмем. Ну, я думаю, ушатаем мы все-таки этого говнючка. А он ушатает мне вот. Да. Промахнулся. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну, мы-то не промахнемся. Мы-то с тобой нормальное дело. А вот сейчас его, да, сейчас допекут. Тем более вот этим вот ударом хвостом. Довольно мощная атака, ребят. Но не суть. Суть в том, что мы с тобой пройдем. Да, пускай у нас не обошлось без жертв, но карточку получим. Надеюсь, редкую. Надеюсь. Ну что же, ребята, у нас очередной поединок. И я тебе скажу, что он практически изичный будет. Но тут вот эта роза. Ну я, наверное... Я, наверное, начну вот с этого охламона. С Громеля. Этого трогать не буду, лаварык, он сам по себе ватный, мы уже знаем это. Тут вот две опасности. Вот этот, но этот фаерболами бомбит, а этот... Блин, нифига себе. Блин, он меня лишил способности кастовать. Еще и не добили. Слушай, это опасно. Неужели сейчас кому-то кранты? По-моему, здесь вот будет край. Лаварык, не вздумай нафиг. Так, повезло нам здесь, друзья мои. Очень крупно повезло. Но вот этого надо валить, потому что сейчас он... А он сейчас, друзья мои, опять сделает массовую атаку и, скорее всего, завалит. Вот здесь вот. Нет, нам повезло опять. Остается лаварык. Но... Вот он что делает. На тебе. Мы успеем, ребят, хильнуться еще, к тому же. Опять нам крупно повезло. Ну что ты там? Что он делает? Он вешает на себя щиты и думает, что он непобедим. Да фиг там. Разнесу в пух и прах. Так, ну у нас последний поединок. И я смотрю тут матриарх. И, ребят, его, конечно же, надо в первую очередь. Потому что сейчас начнет
пожирать энергию мою. И мне как бы это вообще не с руки. Фига Барсику подоставалось. Вы серьезно, блин? Просто, друзья мои, ухайдакали. Просто взяли Барсика и слили. Тварь, а. Ну и чем прикажете делать? Он сейчас будет сжирать энергию. Нет, пока не сожрал. Но мне-то что-то от этого не легче. Сейчас начнется. Этот сейчас фаербол влупит вот сюда 100%. А этот добьет, блин. А этот сам по себе ничего сделать не сможет, блин. Вот так вот если только сделать. Давай суператаку-то. А чё ты не стал, сволочь, суператаку делать? Ты посмотри, а? Он просто, ребят, не стал делать суператаку. Ну давай, вжаривай огнём-то. Ты серьезно? В общем, запинали меня. В общем, друзья мои, меня здесь запинали. Тут даже защиту ставить нет смысла. Сейчас фаерболом прижарит. С пониженной броней. Все. Что-то я какой-то злой после этого проигрыша. Так, ну что, тут дымодышащий. Наверное, с него начну я тогда, с дымодышащего. А потом уже начнем продолжать бомбить змеевиков. Сейчас пока вот этого надо. Потому что он со своим понижением брони. Ну, куда ты лезешь? Ну... Так и думал, что будут все на самого слабого лезть. Так, к этому кранты. Удар хвостом? Конечно же, ребят, конечно же удар хвостом. Этот добьет пройдоха. Но им все равно кранты. Им кранты. Давай, делай свой удар хвостом. Да, промахнулся. Но он зато, ребята, энергию съел. Одну. Правда, она почему-то не сработала как-то. Вот и все. Так, друзья мои, ну что, вот мы получили с вами два обычных пака плюс один редкий. Начнем с открытия редкого и, конечно же, пак вождя. Душитель, громобой, лаворык, водорез, отпрыск громорог и погибель Хоферсона. Все. Можно было бы, конечно, еще за ним пойти, но пока не надо, не стоит. Все, друзья мои. На сегодня тогда будем закругляться. Завтра, надеюсь, у нас будет серия. Мы пойдем с тобой на Муштру. Получим награду. По-моему, Муштра у нас в две заходки. Я могу сейчас ошибиться, но, по-моему, в две заходки идет. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.